Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня извините, но этот столик занят. У меня здесь свидание. Что вы говорите? У меня тоже. Ну нет, вы меня, наверное, неправильно поняли. Я здесь жду парня. Вы знаете, я его тоже жду. Здравствуйте. Женя! Женечка! Боже мой, кто так ходит на свидание? Что это такое, Женя? Мама. Опять заелся шоколадкой. Женечка, зачем ты перебиваешь аппетит? Ну вы же сами сказали, что тут, возможно, нас не покормят. Простите, я вам не мешаю, нет? Что вы? У нас же с вами свидание. У нас у всех? Да. Вы же познакомились с Женечкой по интернету? Да. Вот. Вы писали, что вы и вам приятно с ним общаться. Писала. Познакомились вы с Женечкой, приятно общались со мной. Вы меня извините. Женечка, кто это? Ну, это моя мама, Белла Львовна. Очень приятно, конечно. Только скажите, пожалуйста, почему вы писали мне вместо Жени? Потому что у Женечки нету компьютера. Компьютер я ему подарю только на свадьбу. Ну, допустим. Ну, почему вы сегодня пришли на наше с Женей свидание? Понимаете, Женечка очень скромный мальчик от природы. И первая девочка у него появилась только в 30 лет. Я даже помню, как ее зовут. Как вас зовут? Вика. О, ее зовут Вика. Женя, давай, как учили. Виктория, вы самая красивая женщина в мире, поэтому я... Женя, как учили. Виктория, вы самая красивая женщина в мире сразу после моей любимой мамы Беллы. Поэтому я хотел бы вам предложить достойные отношения, включающие в себя флирт, ну и интимную близость. Ну, я бы для начала хотела просто познакомиться поближе. Сколько вам лет? 28. Еще чуть-чуть и 50. Мой вам совет, хватайтесь за этот спасательный круг. Ну, мне бы хотелось бы побольше для начала узнать о Жениных достоинствах. Ой, Женечка весь состоит из достоинств. Во-первых, он не курит, потому что бронхит. Он не пьет, потому что гастрит. Он не дерется, потому что трус. И он не тратит лишние деньги, потому что убью. Ну, Жень, а кем вы работаете? Женечка работает в семейном бизнесе. А чем конкретно вы занимаетесь? Я занимаюсь... Он не расстраивает маму и получает за это прекрасные деньги. А какой Женечка романтик. Ой, за ним в школе бегали все девчонки. Мама. Ты помнишь, как за тобой подрались Лаура с Женечкой? Мама, это тоже были собаки. Так, ну, я думаю, уже можно сделать заказ, да? Ну, я бы хотела заказать шампанского и салат. Официант! Зачем? У меня есть шампанское. И вот еще что. Мама, ну что вы меня позорите? Так и мы с вами в ресторане. Ша, пока я жива, ты будешь кушать то, что приготовила тебе твоя мама. Вика, это я приготовила салат из семги. Вы не ослышались, из семги. А, кстати, Женечка... Вот здесь твои любимые рыбные котлетки. Вот из-за них, кстати, собаки и подрались. Женечка, а мы не могли бы поговорить? Тет-а-тет. Конечно, конечно, говорите о чем угодно. Нет, ну вы неправильно поняли. Тет-а-тет, это значит один на один. А, вы хотите, чтобы Женя ушел? Ну нет, я наоборот хотела бы узнать Евгения поближе.
А, узнать поближе. Вы знаете, я прихватила с собой наш семейный фотоальбом. Подойдите поближе, и вы узнаете Женечку получше. О, вот здесь Женечке 3 года, и он голенький. Мама, что вы тут приклеили? Ша, мама всю жизнь продавала просроченную рыбу, и тебя продаст. Вот, а здесь Женечке 13, и он сразу после обрезания. Ох, не думала, что обрезают так много. Но это Равин переборщил. О, а здесь Женечке 25, и он опять голенький. Что? Мама, а что вы тут ничего не приклеили? Ой, 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 какой характер. Альфа-самец. Ой. О, эту фотографию я уже видела на сайте знакомств. Что? Мама, вы что, выставляете этот срам в интернете? Знаете, мама, мне все это надоело. Ша, характер показал и сиди. Скажите, пожалуйста, ну, чисто гипотетически, если вдруг у нас с Евгением будет первая брачная ночь, вы что, ляжете между нами и будете контролировать все? Ой, ну зачем вы такое говорите? Для этого я написала Женечке подробную инструкцию. Представляю. Между прочим, там для вас тоже есть пара дельных советов. Неужели вы на самом деле думаете, что я вместе с вами буду обсуждать свою интимную жизнь? А почему нет? Ой, простите, дамы, что я вмешиваюсь в ваш разговор, конечно, но, Вика, почему бы вам не прислушаться к дельным советам моей мамы? Так и у нее есть все-таки какой-то никакой интимный сексуальный опыт, в отличие от нас с вами. И вот, взгляните на результат. Судя по результату, этот опыт был единственный в ее жизни. Что? Ну, Вика, не спорьте с моей мамой. Если она решила сделать нас счастливыми, нас уже ничто не спасет. Женечка, у вас вообще есть свое собственное мнение? Ну, конечно, конечно, есть. А можно Женя хоть на что-нибудь ответит сам? Конечно, конечно, я молчу. Женечка, а я вам нравлюсь? Ну, не так, чтобы особо да, но и не так, чтобы уж категорически нет. Так, Женя, я пришла на свидание с вами, а не с вашей мамой. Ой, что-то вы Женечке уже не нравитесь. А, нет, я ему нравлюсь. Не нравитесь. Нет, я ему нравлюсь. Не нравитесь. А давайте у Женечки спросим. Давайте. Не надо, я вас прошу. Вика, скажите, а вы любите детей? Не так, как вы, конечно, но люблю. О, все понятно. Воспитание внука ляжет на мои хрупкие плечи. Но ничего, от Женечки осталось много детских вещей. А у нас может быть девочка? Так они ж девчачьи. Они мне от мамы достались. Слушайте, нет, вы все время говорите. Можно? Вы хоть минутку одну помолчите. Хорошо. Мама молчит. Мама набрала в рот воды. Мама набирает. Мама набирает. Женечка. Что? А сколько вы зарабатываете? Я получаю 800 рублей. Сколько? Женечка, ты мне отдаешь 780. Где остальные деньги? О, ты начал покупать жвачки! Мама, залейте рот водой! Женечка, скажите, пожалуйста, а куда бы вы хотели отправиться в свадебное путешествие? Вы не знаете, Виктория, мне так нравятся азиатские страны. Поэтому мы отправились бы с вами в Париж. Ну, мне больше нравится Таиланд. Таиланд исключено! Мама боится летать. Да вы можете хоть минуту помолчать? Все, молчу, рот на замок, ключ вам. Чтоб я еще раз этим людям что-нибудь сказала. О, мама!
хорошенечко. Как по-вашему, а кто должен распоряжаться семейным бюджетом? Ну, Виктория, знаете, я считаю, что зарабатывать деньги в семью, ну, конечно же, должен мужчина. Ну, а тратить их, естественно, должна мама Белла, любимая. Что? Так, Евгений, вы должны определиться. Или я, или ваша мама. Так, женщина, спасибо. У нас, кроме вас, еще много кандидатур. Ох, так. Хорошо. Тогда, Евгений, прощайте. Виктория, стойте, Вика! Что? Вика, я хотел вам сказать... Говорите, Евгений! Я хотел вам сказать, что вы мне... Что вы нам должны еще за семгу и за шампанское? А, слухайте сюда, мамаша! Что? Чётче! Значит так, теперь говорить буду я! Что вы мне пытаетесь тюхать, а? Вот этого 30-летнего переростка, которого до сих пор кормите грудью! А? Вы что, думаете, что у меня глаза на затылке? И я не вижу, что ваша семга – это крашеная селедка, а шампанское – это шпаленый шмурдяй с газировкой! Тьфу! Вам что-то не нравится на этой шикарной витрине? Тогда наша вам с кисточкой! Ой, Вика, 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 подождите, Вика! Женя, если ты не женишься на этой девочке, ты будешь полный идиот! Вика, Вика, что ж вы раньше-то не вскрылись? Ну, потому что у меня тоже есть мама, которая меня так и чему-то в этой жизни научила. Ой, я уже хочу познакомиться побыстрее со своей свахой, с любимой. То что же мы стоим, давайте знакомиться. Давайте! Мама, вылезайте из-под стола! Я бы вылезла еще на интимные инструкции, так я таки тут застряла. Зато я заштопала Жене носочки.